Инструктор, которого в московском тире накануне ранил 15-летний подросток, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи собираются бороться за его жизнь. В ближайшее время его должны прооперировать. Мужчина получил 6 пуль в живот. Как выяснилось, все произошло во время занятия в стрелковом клубе в Измайловском проезде. Сначала подросток выстрелил в мишень, после чего резко развернулся, по словам очевидцев, и открыл огонь по инструктору. А потом сбежал, прихватив из тира пистолет «Глок» с 30 патронами. Позже тело мальчика обнаружили недалеко от места происшествия. По предварительным данным, он бросился под поезд. Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы преступления. Поведение подростка анализируют и психологи. Сейчас вообще эта тенденция очень большая, да, что ребята абсолютно отключаются от реальности, погружаясь вот в эти социальные сети, интернет-зависимости. Им это позволяет, находясь там, да, отыгрывать какие-то вещи, в которых они в жизни там не состоялись. Здесь все-таки, правда, тоже можно говорить про измененное состояние сознания. Что это было, напрямую это связано с интернетом там или нет. Понятно, что это измененное какое-то было настроение, измененное мышление, измененная оценка обстановки. И это могут быть разные состояния. Это может быть и манифестация юношеского первичного психоза, это может быть и употребление каких-то психоактивных веществ. Но, безусловно, сами действия, они, конечно, наверняка подсказаны вот из этих всех вот современных там стрелялок, игр и прочего всякого такого. По факту расстрела инструктора возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Будем надеяться, что врачам удастся спасти жизнь.